Итак, друзья, давайте продолжим. В прошлых видео, если вы перейдете по ссылочке, то мы вспомним, что мы с вами поставили цель перед собой. Цель, реальную цель, $1000 в месяц. Повторюсь, это цель для новичков. И важно, чтобы вы могли эту цель достичь. Она должна быть реальная. Если вы уже более опытный сетевик, и вам кажется, что эта цель для вас мала, ставьте большие цели перед собой. Поставьте $2000, $3000. Но повторюсь, это должна быть реальная цель. И сегодня я прежде всего обращаюсь к новичкам. Ставьте перед собой вот эту цель, чтобы ее достичь, чтобы она была реальная. После того, как мы поставили перед собой цель, нам необходимо создать план действий. Как достичь эту цель? Нам необходимо выбрать нишу. Ту нишу, в которой мы бы могли прийти к этой цели. Где взять эту нишу? Ну вот, может быть, вы что-то умеете делать. Развейте эту способность. К примеру. Вот, может быть, вы можете работать таксистом. Или же давать уроки. К примеру, или еще там что-то. Развейте вот это умение до того уровня, что вы могли достичь вот этой цели. Но сегодня я бы хотел ваше внимание направить на то, что вот таких целей очень легко и играючи вы можете достичь в сети интернет. Вот, если работать таксистом, то заработать $1000 в месяц, наверное, все-таки вы должны потратить большое количество времени на это. Да? А в интернете сегодня можно играючи легко достичь вот таких целей, работая всего несколько часов в день и не прилагая больших усилий для этого. Ниже я вам расскажу, как это делать. Под этим видео вы найдете ссылку на мой сайт, на мою школу, где я всему этому и обучаю. Прежде всего, вы должны понять вот такую простую вещь, что вы должны научиться продавать. Вы должны стать продавцом. Многие скажут, ну я вот не умею продавать, я не хочу продавать, это не мое. Неправда. Многие из вас, большинство из вас, всю жизнь себя продаете. И это делал я. Мы продаем свое время, свои знания, работая на каком-то предприятии, работая мы, отдаем свои физические силы, время, трудимся. Это называется продажа. Мы меняем свое время, умение, труд на деньги, которые нам выплачивает работодатель. Это обыкновенная продажа. Вот. И в сети интернет вы тоже должны научиться продавать. Что можно продавать? Ну, все, что угодно. Сегодня можно продавать через интернет все, что угодно. Это такое направление. Я вот удивляюсь, почему люди не хотят сюда идти, боятся сюда идти. Здесь такие возможности неограниченные перед вами открываются. Здесь вы можете продавать все, что угодно. Какой-то товар, продукт, услугу, знания. Ну, все, что угодно здесь можно продать, если подойти к этому процессу творчески. Понимаете? Многие скажут, ну вот у меня нет
ни своего товара, ни услуги, ни продукта. Что я могу лично продавать? Но если у вас нет лично своего товара, продукта или какой-то услуги, вы можете взять это в интернете. Сегодня масса сайтов, масса проектов, которые предлагают нам сетевой маркетинг. Пожалуйста, заходите в партнерскую программу, берите продукт какой-то компании, продвигайте этот продукт, продавайте и получайте за это вознаграждение. Это так просто. Это сложно для тех, кто не знает, как это делать. А если вы знаете, как это делать, это очень просто, друзья мои. Повторюсь, под этим видео будет ссылочка на мой сайт, на онлайн-школу «От новичка к профи. Путь к успеху». Заходите, делайте заявку, и я всему вас этому научу. Сегодня в мире... Я вот записал, чтобы не забыть и не ошибиться. Я специально посмотрел статистику. И сегодня в мире свыше 5000 MLM компаний. Свыше 5000. Вы только подумайте. Многие путают MLM компании и МММ. Это здесь нет ничего общего. МММ это была пирамида. Она была, она сегодня, кстати, и есть. Вот этот человек, который ее создал в России, он сегодня где-то там в Африке. Все равно он эту МММ свою пирамиду двигает. И в этих пирамидах люди тоже зарабатывают. Это надо понять, как это работает. Но MLM-компании – это совсем другое. Это сетевой маркетинг, это продажи через интернет. Сегодня, я говорю, более 5000 MLM-компаний вышли со своими продуктами в сеть и предлагают нам поучаствовать, заработать, продвигая их товары, продукты и услуги. Они отдают вам часть денег. Они не тратятся на склады, не отдают магазинам вот эту большую надбавку за товары и услуги. Они отдают продукт нам, в сеть, обычным людям. Мы этот продукт берем, продвигаем, помогаем компании его реализовать, и она нам за это вознаграждает. Сегодня таким способом зарабатывают, получают годовой доход в этих более 200 миллиардов долларов люди. Вот таким способом более 200 миллиардов долларов люди зарабатывают. Ну вот, а не один человек, это вот сегодня работает в этой индустрии MLM-маркетинга свыше 100 миллиардов человек. Вот вдумайтесь в эту цифру. По всему миру свыше 100 миллиардов человек по всему миру работают в сетевом маркетинге. Это Европа, Азия. Весь мир сегодня завязан в этом. Это очень интересное направление. И в нем сегодня действительно много людей работают, занимаются, развиваются и зарабатывают деньги. И вы тоже можете легко выбрать здесь свою нишу и зарабатывать большие деньги. Вот на этом я и хотел сделать акцент в сегодняшнем видео. Если вы не видите ниши на земле, какой-то там, да, своем, если вам это сложно найти, пожалуйста, в интернете здесь неограниченные возможности для вас открываются. И вы здесь можете вот эту цифру в 1000 долларов, вы можете зарабатывать ее даже в одну неделю или даже в один день. Если вы правильно подойдете к этой цели, все верно сделаете, поставите, научитесь верно все это делать,
то эта цифра, она будет легко достижима? На первом этапе да. Поставьте вот такую цель. $1000 в месяц. Дальше вы будете масштабировать. Вы будете зарабатывать эту цифру уже. Может быть, в 2 недели $1000. Дальше уже в 1 неделю. И дойдете в результате потом уже до суммы, что $1000 вы будете зарабатывать в 1 день. Подойдите к этому процессу творчески. Конечно, вам надо будет многому научиться. Вам надо будет немножко в своей голове что-то поменять. Но это нормально. Потому что мы, вот особенно нас, вот россиян, да, нас всегда учили вот работать таким способом. Школа, институт и предприятие. Все. Вот нам дали это направление. И мы, значит, шли этим направлением и трудились. Кто-то достиг здесь каких-то результатов, ну, и зарабатывал какие-то деньги. Ну, я уверен, что большинство из вас, конечно же, здесь не могли построить ни карьеру, ни заработать больших денег. Потому что я все это прошел на своем опыте. Здесь вы ограничены. Вы продавали себя за какой-то период времени, выполняя какую-то работу. Вы были ограничены в зарплате. В сети же, если вы, еще раз повторяюсь, подойдете к этому процессу творчески, здесь вы можете зарабатывать столько, сколько хотите. И это правда. И всему этому я обучаю в своих школах. Всем желаю успеха, всего вам доброго. В следующем видео мы с вами разберем следующее направление. Обязательно заходите на мой канал, следите за моими видео. Всего вам доброго, друзья мои.